Находимся в музее шампанского Кодорниуса Садорни Деаноя. Это очень красивое старинное здание. И здесь нам предстоит посетить экскурсию. Очень рекомендую посетить это здание. Посмотрите, как тут классно. Очень красивое здание. Музей Кодорниу. Находимся внизу, в подземелье, там, где хранятся бутылки. И здесь есть маленький поезд, на котором делают экскурсии. Мы собираемся на экскурсию. Мамочки! Мы в подземелье.
еще один коридор. Это называются улицы здесь у них. Приехали. Музей Кадорнио, Сан Садурни де Аноя. То, что находится на территории. Очень красивое место, советуем всем посетить. По окончании экскурсии дают два бокала шампанского попробовать.